Украинскую моду покажут в Канаде. Дизайнеры со всех регионов Украины представили новую коллекцию. Ее увидят в Торонто с 16 по 18 сентября в рамках украинского фестиваля. Украинский фестиваль в Торонто, в рамках которого пройдет показ, это одна из крупнейших площадок украинской направленности в Северной Америке. Это 3 дня фестиваля, это 600-700 тысяч посетителей. Коллекция «Самая любимая» собрала вместе дизайнеров с востока, запада, севера и юга Украины. Их задача – показать единство страны. Это платье в черном цвете символизирует траур. Его автор – дизайнер с Донбасса. А на этом наряде слова известных украинских писателей. Что все привыкли, Украина – это вышиванка. Вот я решила все-таки поменять стереотип, убрать это, что Украина – это не только вышиванка, это красивые мысли. Голда Виноградская уверена, что такие элементы, стилизованные под национальный костюм, могут хорошо сочетаться с повседневной одеждой. Оно все вместе выглядит немного этнически. Но если это поразбирать, например, надеть эту блузку с джинсами или эти бусы надеть с другим нарядом, то каждая часть выглядит абсолютно современно. А в этом образе особенности закарпатского региона. Закарпатье – это специфический край. Там объединено несколько этнических культур, и я в своей коллекции их смешала. Задача этой коллекции – показать, что разные люди, разные нации, разные этнографические группы могут уживаться мирно и при этом еще и красиво. Над созданием коллекции трудилось 15 дизайнеров, и они задались целью не только показать модные украинские тенденции в Канаде, но и способствовать развитию легкой промышленности в Украине.